Здравствуйте еще раз. Сегодня 4 октября 2014 года. Продолжение фильма или мультфильма, как хотите, про Красную Поляну. Вот наверху, на самом, видите, поднимается люлечка. Люлечка поднимается, канатная дорога. Вот оттуда мы пришли. Я пришел вот по этой стороне, глухими тропами. Никто сюда не ходит, тут люди не ходят. Ну, прогулочные. Вот река, как вы уже помните, я название говорить не буду. Ну, давайте скажите, какое название. И вот я еще заходил вон туда. Вот видите, тут между ущелье такое, вот туда. Туда еще есть дорога. Это приток этой речки, которую вы теперь уже знаете, выучили наизусть. Вот эта речка течет. Потом, значит, я стою на большом горе. Большом. Если туда упасть, то уже костей не собрать. Вот смотрите, какой-то городок стоит. Мне непонятно, что это за городок. То ли живут здесь люди, то ли не живут. Но такое ощущение, что не живут. Вообще прохожих-то нету. Нету прохожих, представляете? Ну, а если нет прохожих? Обратите внимание, вот наверху, смотрите, видите, вверху горка, это снег лежит на горе. Вот горка, снег лежит, беленький. Вот. А это у них, по всей вероятности, площадь какая-то или что-то. И тут канатная дорога, видите? Люлечки ходят. Здесь есть канатная дорога. Речка течет, видите речку? Речка течет. Канатная дорога работает. Хотя люльки ходят пустые. И вот этот вот городок, смотрите, он такой сделан, в таком стиле интересном. Вот речка течет, люльки ходят. Горы стоят, заснеженные. Вот, дальше дороги нету. Я дальше не пойду. Дальше уже обрыв там, все. И, по-моему, никаких объектов нету. Видите, туда уходит эта самая река. И с концами. Ну, обратите внимание, что вот здесь вот есть... Вот сейчас я переведу вправо маленько. Вот. Вот где вот эта вот крыша такая вот голубенькая. Вот там за ней название. Но я понять не могу, что название. Название Све. Если читать кверх ногами, Свея-Я-Аик. Какой-то Свея-Аик. Вот. Можно, конечно, потом я спрошу, вам расскажу, но сейчас я ничего сказать не могу. Вот представляете, какая красота. Это в самом конце речки. Мзым-та река называется. Я все забываю. Мзым-та. Мзым-та. Вот здесь есть железная дорога. Вот смотрите. Сейчас электричка не идет, но вот подо мной, под самым этом, железная дорога. То есть можно в Красную Поляну сюда приехать по железной дороге. Стоимость я не знаю сколько. Я приехал сюда бесплатно. Бесплатно я сюда приехал. Мне ничего не стоило сюда приехать. Я просто зашел в автобус, сел на заднее сиденье и поехал. Больше ничего мне и не надо. Ну, а заходить надо в переднюю дверь и платить, наверное, рублей 50, потому что автобус обыкновенный. Автобус обыкновенный. Рублей 50. А на маршрутке, наверное, 100. Мы ехали очень долго, минут 40, наверное. Вот, смотрите, все. Вот. Лучше гор могут быть только горы. Единственное, что я могу, это в увеличенном виде еще сделать. Вот я снимал 4 минуты, попробую в увеличенном виде сделать.